Welcome to America! Вас приветствует познавательный канал PMG Америка, основная цель которого – помочь новоприбывшему в США на PMG как можно легче и быстрее пройти период адаптации в новой стране. А для этого, как известно, необходимы определенные знания во многих жизненно важных областях – обычаи, законы и правила новой страны. И поэтому разговор пойдет о самых важных темах. И вот список лишь некоторых будущих обсуждаемых вопросов. Итак, начнем. Аренда жилья, апартмент, крайне важный вопрос, поскольку новоприбывшему где-то нужно остановиться, а возможно знакомых, друзей или близких у него нет. Второе. Социальная организация Social Security Administration обеспечит вас Social Security Card, который даст вам разрешение на работу и проживание в этой стране. Третье. Социальная помощь Welfare Office обеспечит вас фудстепами, бесплатным медицинским образованием и необходимыми деньгами на первое время. Четвертое. Магазины, где можно купить по выгодной цене хорошие продукты и товары. Пятое. Водительское удостоверение, где сдать на водительские права и как получить водительское удостоверение, driver license. Шестое. Учеба. Школы, курсы, классы и колледжи, где вы можете приобрести знания английского языка, а также профессию. Седьмое. Работа. Полная или частичная. Куда обратиться иммигранту в этом вопросе. Восьмое. Банки, кредиты, кредитные карты, кредитная история. Тоже немаловажный вопрос, потому что без этого очень сложно жить в этой стране. Девятый. Отдых, досуг и спорт. Сопутствующие вопросы, но тоже важные. Десятое. Судебная система, адвокаты, законы, правила и порядки. Тоже необходимо знать, поскольку, имея машину, вы можете попасть в аварию, и тогда адвокат вам необходим. Также будут разбираться и много других вопросов. О медицинских иншурансах, о пособиях по безработице, о пособиях по инвалидности, иммиграционные вопросы. Так что в общем и целом мы постараемся разобрать все. И у тех, у кого появится искренний интерес, просим оставлять свои вопросы в комментариях под видео. Все они будут непременно разобраны, и по ним будут сняты новые выпуски программы. А в заключение хочется напомнить. Поверьте, дорогие друзья, мы сами творцы нашей судьбы, ее архитекторы и строители. Так что насколько мы будем успешными, зависит только от нашего желания и старания. Наша же программа – лишь небольшое подспорье в ваших начинаниях. А пока позвольте себе слегка расслабиться и насладиться видом, возможно, будущего выбранного вами нового места жительства.